Всем салют, друзья, с вами Коликсом, и я хочу начать серию прохождений, ну, как сказать, это новелла или что это, ну, не знаю, ну, в общем, сериалы — это «Ходячие мертвецы», а сейчас мы будем проходить отнюдь новую игру, ну, как отнюдь новую, она как бы вышла, но у нее 5 эпизодов, и из них пока что открыто всего лишь 2 эпизода, и пока что мы пройдем только 2 эпизода. «Ходячих мертвецов» называется «Новый рубеж». Ну что, поехали. Выбираем эпизоды. Начать эпизод 1. Ключевое значение в этой серии игры имеет сделанный выбор. То есть мы делаем сами выбор. По возможности могу читать, не читать, ну как бы так. Hey. It's time. Get over here. Пора двигаться. Хорошо, но я начну собирать вещи. Быстрее, Хави, ты должен прийти. Кстати, это бежит Хави. Хави бежит, 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 а тут браток сидит и попивает пивченский. Дэвид! Дэвид, эй! Дэвид! Эй, Дэвид! Эй! Дэвид! Эй, Дэвид, братишка, мне пришлось бросить машину на улице, пробки. He's dead. No, no. Нет, нет. I tried. You're a piece of shit. You know that? One time, just the one goddamn time that you needed to be here. I tried. Please, я убрал, I tried. То, что oh, добраться. You tried. You fucking tried. Everyone's here. They've been here for days. And они where the здесь fuck уже were много you? Дней, а ты где, блин? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Где Javier? Где мой мальчик? I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. Он даже не he видит doesn't even see меня. Me because he's looking for you. Потому что ищет тебя, Хави. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? Вот. He was my dad too. Он был и моим отцом. All right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I can hear просто шутим, мой отец говнюк, ничего. We were just talking, Gabriel. Right. Хотя надо было выбрать, что твой отец говнюк. Я думаю, было бы прикольно. Go inside, Mijo. We'll be Гейб in a minute. Это запомнил. Go on. Все It's хорошо. Okay. Inside. Иди внутрь. Взять его руку возьмем. Ладно, так уж и быть. Пойдем по-человечески. I should call someone. Pick up the body. Возьми тело. Это yeah. пиво какое? Это же пиво. I love you, little brother. Я люблю тебя, братик. You know that, right? Как мило. Я знаю. Everything going on. I know. Дэвид этот запомнил. У Дэвида какой-то взгляд презрительный. No, I don't think anything. Я ничего не думаю. Well, I was. Что ж, это For так. For a long time. Это длилось долго. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. Ты нужен нам, Дэвид говорит. It's time to grow up. Пора you can't run from this. Not anymore. I know.
А, блин, выбрала не то, что хотела, кстати. I'll be around more, honestly. You can count on it, huh? I want to believe that. I do. Javi. Javi. Кейт. I'm so sorry, Javi. Мне так жаль, Хави, мне так жаль. Thank you. Спасибо. Let's go inside. Пойдем внутрь. Ты нужен матери. What happened? Что случилось? Come on. Идем. Мама. Мама. Where were you? Где ты был? Прям так нормально зарядил ему. Я пытался. Мне так жаль. He's gone, Михо. Его не стало. Его не стало. He's in a better place, Mama. Он в лучшем месте, мама. Мама нормально так зарядил ему. Какие планы? Дэвид договорился с отцом до того, как он умер. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Нет связи. Какой-то итальяшка, что ли? Это, короче, вступление, титры, производитель. Ну, короче, издатель. Чё как там? You thirsty, baby? You want Хочешь some juice? Пить, милаш? Малыш. Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup Тебе не up нужно anymore, больше baby. Наполнять его Grandpa чашку, малыш. Дедушка спит. No, Yaya. Нет. Пипа's awake. Пипа проснулся, папа проснулся. И папа явно проснулся не такой, как мы ожидали. И это, кстати, ходячие мертвецы, новый рубеж. Я просто перевела заранее. Вот это, конечно, там... Папочка, видать, уже все. Рафа. Ну и поза у него. Como es esto posible? Рафа, как так получается? Тащите его! Папа, стой! Какой папа? Он уже не папа, далеко не папа. Папа, папа, успокойся, это я. Что ты делаешь? Он сошел с ума. Он просто запутался. Какой запутался? Вы что, не видите? Вы взгляните на его глаза. Он совсем другой. Вы чего? Вы что творите? Короче, мама тоже кричит. Все будет хорошо, мама. Хави, помоги ему. Дэвид! Мне жаль, папа. Нормулька. Но надолго ли папа так отрубился? Кстати, по идее же должны либо удар в бошку. Нам нужно идти. Дай мне посмотреть. Габриэль, где твоя сестра? Keys. Where the fuck are the keys? Где грёбаные ключи? Возьми папину машину, ключи внутри. Мама, get the kids. Meet at the hospital. Забери детей. Don't take the highway. It's blocked. Не выезжай. I'll bring the van around. Where's Maury? I don't know. Mariana, ¿dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey, we have to go. Давай, дорогая, нам нужно идти. No, no, no! Нет, нет. No! No! No!
It's okay. И, кстати, походу делаю... County General Hospital. I know the way. Дяденьку поцарапали, дяденьку покоцали. Но это и так было очевидно, потому что в первую очередь он огребал на шишке. И он будет точно таким же в дальнейшем, как и... Как и мертвый папа Хави и Дэвида. Так, прогрузочка пошла, видать. Первая часть. Какая первая? Первый маленький кусочек пройден, наверное, эпизода. Видите, на облачко там сохраняется. Ну, собственно, вот они, ходячие. Настоящий момент. Tell me when it reaches the campfire. Охренеть сколько. Пожалуй, нам надо уходить, никогда я не видел их так много. I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah, not a great sign. Gosh. Damn it, I left my water bottle. Her just got there. Проклятие, я оставил бутылку воды. Just under four hours. Come on. Меньше четырех часов, давай, нам нужно двигаться дальше, пока дети спят. Да. Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but похоже, стадо немного ускорилось. Every time I think we should just go, дети уже подросли нормально. Сколько они там скитаются? Парень подрос, девчонка подросла. Они же были вообще лилипуты. It's slow, but that almost makes it worse. Было бы здорово сделать остановку, мы выбрали. We've been on the move a while now. I don't know. It feels risky. Not if we find somewhere secure. We'll figure it out. We always do. Как всегда. Разберемся попозже. Эй. I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Yeah, are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Хочешь? Do you want me to do хочешь, that? Я его скручу, предлагает like Хави. You're driving. And I've come a long way since then. It was like 3 days ago. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Говорит, что девочка в наушниках, мальчик спит, и, в общем, они начинают курить косячочек. Косячок. You want some? Конечно, я соглашусь. Yeah. Okay, sure. Было бы глупо, если бы мы не согласились. Тем более в зомби-апокалипсис. Don't judge me. Не суди меня. Oh, when I found out David had kids, когда я узнала, что Дэвид есть дети, я сказала ему, что останусь для них той, кто я есть. I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but я согласилась, но уверена, что он был обеспокоен. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? Дэвид был упрямый. He was always stubborn like that, even when we were kids. Он всегда был таким упрямым, даже когда мы были детьми. Он смотрел на мир определенным образом. So that's where Gabe и gets старался from. Заставить меня там I used to там. Talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Но Гейб заставил меня думать, что они были правы. His mood swings are just, oh, I don't know. Some days I just won't leave him by the side. Реально, я хорошо ладим. I'm choking. Шучу. Jesus, obviously. Look, I didn't sign up for this either. Sometimes life decides for you. Я тоже на это не подписывался. That sounded deep, didn't it? Жизнь решает за тебя.
No. Нет, no, не было. Look, I love these kids. Слушай, я люблю этих детей, но я бы могла вполне обойтись без напоминания Гейба о том, что я не его мать. Он же подросток, половая зрелость, гормоны. Ну все. Когда у тебя появляется эрекция, все вокруг меняется. Ну вообще нормуль. О чем разговариваешь? О чем ты говоришь? Что лучше, чем окровавленное нижнее белье? Боже, господи! О чем они разговаривают? Эрекция! Ой! Ужас! Все, все. I realized that was an awkward transition. Хочешь остановиться? No, I can pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. Что за запах? Короче, it's девочка gross. Марьяна. Мы курим травку, откроем в лоб. We're smoking weed. Мы курим травку, Марьяна. Марьяна, Марьяна. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell me. Не говори Гейбу. He's the one who told me. Ugh. Oh my God. You're even smoking in the car now. Вы опять курите в машине, Гейб. Everyone, roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Мы делаем остановку. В общем, разговор в машине по душам состоялся между Кейт и Хави. Потом проснулись Гейб и Марьяна, или Маруся. Короче, просто буду говорить Марьяна. Praying for our safety, Mari. Mari, о, Mari будем говорить. I'm praying I find a candy bar. Я молюсь о том, чтобы найти шоколадку. All right. Хорошо, what что do we actually need? На самом деле нужно. A candy bar. Похоже на шоколадку. Вообще-то все, бутылку воды. Pretty much everything. Практически все. If it looks useful, let's use it. Мы используем все. All right. Well, let's start with some gas. Хорошо, давайте начнем с бензина и будем двигаться дальше. Так, сейчас мы будем какие-то, видать, действия отрабатывать, да? И... Е. Ну, наконец-то мы хоть какие-то действия произвели. Hey, эй, ты куда? Просто okay, проигнорил. Cool. Хорошо, веселитесь. Господи, Jesus. Какие веселитесь. У вас зомби-апокалипсис. Ненавижу, когда они ругаются. Like мне тоже это бесит совсем, как отец. He takes after his dad. At least you have your headphones. Yeah, по крайней мере, да, но батарейки сдохли еще пару weeks. Недель назад. Короче, она запомнила, ей, походу, не понравилось. It's easier to stay out of it that way. You can't just ignore us, Mariana. Ты не можешь просто игнорировать нас, Mariana. По крайней мере, не стоит игнорировать меня. Я делаю это только в фургоне. И только тогда, когда атмосфера, ну, ты знаешь там. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Если что-то случится, то там кричи, визжи, пищи. Wait as long as you can. Запрись в фургон, okay. Короче, не вылезай его. Good girl.
Опачка, смотрите, у нас небольшая информация, что как делать. Ходим мышкой, мы наводим. Давайте смотреть. Waste oil. No use to us. В общем, как я поняла, нам нужно бензин наковырять. То еще пойдемте вот сюда. Okay. Now I'm sorry I did that. Осмотреть. Oh, that's gross. Ну и мерзость, действительно. Что там? Поговорить с кем? А, мы поговорим с Кейт. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it, and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. We'd be gone in seconds. Мы уйдем от них. Она просто переживает за то, что стадо может нас догнать. Мы уйдем от них. Заверяет Хави. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Как же она переживает за то, что... Okay. Все может быть последним. То есть бензин последний, еда последняя. Ничего не останется. Ну ничего, они переживают, что ты. Так, теперь бы... понять, как ходить. Так, что это у нас? Вот, пойдем сюда. Ugh, I don't think these tires would fit the van. Так, чего? Будем с ним разговаривать? Так, осмотреть. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Не отказался бы иметь такую машину в свое время. Хорошо, а что еще мы можем? Машина. Come to papa. Иди к папочке. Буква Е. Качаем топливо. Barely anything. I'll need to find more. Едували. Ну, хоть что-то, радуйся, что там что-то есть. Давайте поговорим с ним, что он нам скажет, хотя, думаю, ничего интересного. What's going on in there, buddy? Что происходит, приятель? I'm in a bad mood, okay? Я просто, у меня плохое настроение, away, but... ясно? Я хочу, чтобы оно прошло, но оно не проходит. Мне просто не хочется быть все время дороге. And then, it ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Просто оставить меня в покое. Okay. But if ладно, you want to talk later, если I'm... ты захочешь поговорить, я... Я здесь, как бы. Давайте пойдем. Сразу пойдем переливать, осматривать не хочу. Хотя, знаете, может случиться все, что угодно. Так, качаем. Бинго. Бинго. Так, идем дальше. Вот что там есть, давайте. Залезть. Looks like there's more to see up here. Наверху что-то есть. Конечно, подняться. Some. But not enough. Gabe? Немного не хватает. Гейб. Hey, Gabe. Let's go пойдем take a look посмотрим over there. Там. Gabe, stay close to Javi. Got it? Gabe. Держись поближе к Хави. Беспокоится Кейт, ну, я синкрасен, но несмотря на то, что это ее не настоящие дети, но она любит их в реальности. Опять прогрузочка небольшая, то есть маленький отрывок мы прошли. Сейчас будет следующий отрывочек, но это все так же первый эпизод.
Hey, look. There's one they never took to pieces. Тут упаковка даже. Good catch. Хороший лов. Давайте сразу качать. Черт, заперто. Лом. У нас есть лом, да? А, все. Here goes nothing. А что надо делать? А, просто держать и что, вниз теперь? Fuck yeah. О, да. Ну все, качаем еще бензинчику. Look at all that fuel. Глянь. This is gonna take a while. Это займет какое-то время. В общем, смотрите, что, давайте осмотрим тарантайку или как там ее. Locked. Заперто. Ну что ж, по крайней мере, там был немного бензина. Ну что, пройдемте дальше. Ходьба. Такая смешная. Че, пойдем туда? О, что-то происходит. Сейчас будет драка, драка. Ю. И все? Looks like it came from in there. Похоже, это оттуда. Stay close. Не отходи от меня. Так, мы нашли какой-то сарай. Давайте осмотрим. Дверь трейлера. Открыть. Locked. Заперто. Ну, дальше. Давайте сразу взломаем. Not gonna be able to pry this open. Не получается вскрыть. Черт возьми, давайте посмотрим, заглянуть. Might be able to get in through the hatch. Можно пробраться через чердак. Отлично, давайте. Нажмите кнопочку туда, чтобы вернуться обратно. И мы хотим что сделать? Так. Дэвид. То есть Хави. Хави. Переместиться. Сейчас мы будем, наверное, добираться до того люка. Что, давай, давай. Войти. Хави, не стесняйся. Давай, поползай. Поползай. Вот, люк, ползем. Хави рачком ползет. Все, открыть. Валя, мы зашли. Gabe, come check this out. Gabe, подойди ко мне. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Наконец-то, наконец-то. Just be careful. Ну, будь осторожен. Давайте осмотрим, что у нас есть. Осмотреть. Что опять говорить? Зачем говорить с ним? Ну ладно, стой, стой. Давай поговорим. Wow, this place is decked out. Ух ты, тут просто шикарно. Поговорили, хорошо, открыть. А потом уже туда. О, батарейки. Насколько я помню, их хотела Мари. Пройдемте дальше осмотреть. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Oh, there's enough food in here to keep us going for a long time. Тут столько еды. Девчульки вернулись. Чисто сейчас разбились. Команда для мальчиков, команда для девочек. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets.
Someone else's mattress. Тут есть одеяло, матрасы, чьи-то матрасы, чье-то одеяло. Надо просто взять бензин и скорее свалить. Мне кажется, довольно-таки уютно. It's kind of cozy in here. The van is cozy. This is creepy. Это фургон уютный. Come on, one night. Ладно тебе, одну ночь. Eat a real meal. Ляжем нормально. Было бы приятно для разнообразия. Пожалуйста. Что-то приближается. Если оно еще не здесь, нам надо уезжать. Забор усилен. Мы можем остаться на ночь. Дети правы, мы заслужили небольшую передышку. Вы решили остаться переночевать. Класс. Сейчас. Класс. Класс, детка, класс. Дай почувствовать вкусный пудинг. Отдаем сразу. Guess what? Now you can really drown us out. Теперь ты нас вообще не услышишь. Мария это не забудет. Модель батарейки, хотя, может быть, и не стоило отдавать. Почему выходит всегда так, что я плохая мачеха? Я не думаю, что ты злая, я всегда буду крутым дядей. Я не думаю, что ты злая мачеха. Вау, это так много значит, правда? Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, добудь бензин. Эй, погоди-ка, но... You're the cool one, remember? Ты крутой, помнишь? Она будет ждать. What the fuck do you think you're doing with our gas? Эй, какого хрена? Go on, speak up. Давай, выкладывай. Тут состояние плом, теперь это мой бензин. Мне нужно совсем немножко. I'm sorry, man. Прости, чувак, всего одна конец. Really нам, сука, знал. Хо-хо-хо-хо-хо. Кстати, сука, это литературное слово. Это точно. Я знаю, что с тобой кто-то еще. Они уехали. Look, don't worry about them. They took off and then they're not coming back. Just up and left you, huh? Вот так вот. Бросили тебя и свалили, а? Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. Лонни, ты со мной. Знаете, это вот, кто смотрит сейчас сезон «Ходячих мертвецов», седьмой сезон, это похоже, как будто это спасители наглые. I got your boy! Это вы жопы. Если не хотите, чтобы я его застрелил, давай теперь попадешь в засаду к своей же. Короче, сейчас будет напряженный момент. Открываем. Сейчас будет что-то происходить. Наши спрятались, и это хорошо. То есть, если будем умирать одни. Стрелка, бок. Looks like you and your friends had a real feast, huh? You can't just take what you like. I don't взяли совсем немного. Look, we hardly took any. Really, someone must have been here before us. Look, I get it, all right. You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling that you're full of shit. Что ты мне мозги палишь? I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Пришлёпни этого. Just chill, okay? No need to make this any harder. Просто отпусти меня, я предлагаю ему. Okay, please. Look, man.
Слушай, это не обязательно. Что за шум? Что там, парень? Сейчас будет жареха, чувствую, блин. Лом. Там ходячие, давайте. There were a bunch of them outside, too. The dead, huh? Well, then, we better take care of that, shouldn't we? Давайте, что происходит? Так. Блин, не успела я. Смотрите, что происходит. Если не успеваешь нажать... Получается, что заново ситуация. Слушай, это не обязательно, что за шум. Готовимся к бойне, чувствую. Нам также придется отвечать или нет, я вот не знаю. Лом. Напишу опять, там ходячий. Well then, we better take care of that, shouldn't we? Так, guys, get the fuck in here! Holy shit! Что происходит сейчас? О нет, походу дело у нас сейчас вообще точно крючком. Но нет, походу дела. Теперь вы видите, да, если не успеваем мы поражать какие-то кнопки, какие-то клавиши, то есть по ходу игры, то одно из двух нас просто убивает. Мы возвращаемся к этому же моменту и пробуем исправить все. Hey, my family, where are they? Моя семья. Что ты сделал с моей семьей? Пожалуйста, просто скажи что-нибудь. Please, man. Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back then. If we start talking, I'm gonna get angry. Это была не моя вина. What happened to him was an accident. Yeah, right. Keep talking, we might find ourselves in a similar accident. You get what I'm saying? Please, you have to believe me. Пожалуйста. We were just... Not another word, I'm меня not вернуть. Helping. I'll put you to sleep myself. We ты still got a haul ahead of us. Крантик. I'm not about to listen to you. What the hell? Stop! Stop! Oh, shit! Stop! Stop! Oh, no! Черт, нет, нет. Мы попали в аварию. Слава богу, ходоков рядом нету. У нас есть... Что, мы берем пушку? Эй! Эй! Отпустите его. Пристрелить его. Конечно, отпущу его. Я не за того, чтобы убивать. Хотя эти сволочи готовы были меня убить. О-оу. Кто там? Блин. Да. Хорошо. Это хорошо. Просто смотри вперед. Я сдаюсь. Все в порядке, пожалуйста, помоги мне. Please, just I need help. Мне нужна помощь. Well, that's obvious. Ну, это очевидно. The way your friend there ran off, I don't think he's likely to come back and save you. Не думаю, что он вернется и спасет тебя. Смотрите, это какая-то девчулька вообще, очень похожа okay. на Мари, но. Don't do anything stupid. Because I'm not as nice as you. Потому что я. Такая любезная. Не такая любезная. You're a kid. Ты ребенок. Да, ребенок, well, причем wait, уже со стволом. I was trying to stop the truck.
Я пыталась остановить грузовик. Shit. Черт. Зачем тебе грузовик? To drive. Чтобы уехать. Put your hands up. Подними руки и закрой глаза. Look, I'm the victim here. Слушай, на самом деле я жертва. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment for saving you. Это плата за твое спасение. Пожалуйста. Это для моей племянницы. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. Она любит шоколад больше всего. I promised it to her. Она это запомнит. Please. Я обещал ей. Keep your eyes closed and count to 100. Не открывай глаза. Wait, just my family. Просто моя семья. Я должен вернуться к ним. На нас напали. I just need to know мне where I am. Мне просто нужно знать, где я. We're driving down the 522, and that's where we found the junkyard. Мы съехали 522, проехали. Они все еще там. Я должен вернуться к ним. Мы, в общем, всеми силами хотим вернуться обратно, спасти нашу семью. I'll take you to the junkyard. Я отвезу тебя. Have your van. I get you there in one piece, then I drive away. Нам нужно договориться. Мы сейчас соглашаемся на все, потому что действительно мы хотим сохранить, то есть спасти нашу семью, и мы готовы фургон даже дать. Хотя, знаете, может все измениться. Я не знаю тебя и не доверяю тебе. Я не виню тебя, серьезно, взаимно. You're being cautious. Я понимаю. Glad we understand each other. Рада, что мы друг друга понимаем. The name's Javier, by the way. Кстати, меня Хави зовут. Call me Javi. Clementine. Клементина. Классно и приятно познакомиться. Спасибо, что я не стала стрелять. Well, thanks for not killing me, Clementine. Don't thank me yet. Не благодари пока. Идем, идем, идем. Клементина. Так, ходячий. Может быть, какие-то действия сейчас будут? А нет, просто Клементина жестко чпокнула его. Точнее, убила ходока. Look, you don't want to talk. Не хочешь говорить? Fine. Не надо. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? Мне эту пушку. For all I know, you'd turn around and use it on me. Either way, I still don't know the first thing about you. Я слишком плохо тебя знаю. Я не успел вроде бы ответить. Muertos. The herd caught up with us. Стадо догнало нас. А что нам теперь делать? Действительно. Muertos. What do you call them? Walkers. Well, what do you call the ones that run? Как ты их называешь, ходячих? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm just. I'm not used to being around other people. Не привыкла быть среди других людей. Not for a while, anyway. Usually, it's just me. Не беспокойся об этом. Apology accepted. I wasn't apologizing. Извинения приняты, это не извинения. So, who's at this junkyard? My brother's kids and his wife. Моего брата и его жена. It's impressive. Surviving так долго Not sure how you did it. Выживать. Just keeping everyone together Просто like that. Просто держи всех вместе. Поможем друг другу. Well, I didn't do it alone. Я был не один. Моя helped. She did Кейт помогла. Most общем, of the work, actually. Это она. Sounds nice, having a partner. It is. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was, but some people looked out for me too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. Так случилось со всеми. Короче, ходячие забрали всех. We can't stay here. Дорогих There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise, we're walker food. Can you do that, please? We can't make a detour.
Что с моей семьей? Мы не можем делать крюк. Мне нужен фуршу. Прямо сейчас ты должен верить мне. Так же, как и ты мне. Не заставляй меня жалеть об этом. Ну же! Мы бежим в какой-то город. Она предложила бежать в город, и мы бежим туда. There! Вот там. Так, город. И он тоже укутан, как бы, не лучшим образом. Нужно добраться до ворот. Так, уклоняемся. Так, двери закрыты. Я не могу открыть ворот, пока вы тут. Что-то там и ходячие. Так, стреляем, отлично. Первый готов. Второй. Третий. Fuck! These bullets won't fire! Эти пули не стреляют. Помогаем. Я уж переживал, что я сейчас голову Клементине снесу. Давайте живо внутрь, скорей. И еще баба какая-то забежала. Отлично. Days, close, yeah, and when that day comes, Trip, I promise, I'll eat you first. It's Clementine, right? Это Клементина, так? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped. Схлынут? Hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. Быстро набежало. Just keep your heads down. Не высовывайтесь. You got me? There's too much going on outside the walls tonight. I don't start trouble. I finish it. Я первый в драке не начинаю, Captain, только заканчиваю. Хорошо, капитан, большие яйца. Капитан, большие яйца. I got shit to do. Jesus. Tell me about Боже. Well, welcome to Prescott. Ну, добро пожаловать в городочек. Не успела зачесть, как там он называется. Опять же, маленький кусочек прошел. И у нас идет cool загрузка. Built from an old airstrip, I guess. Тут раньше был аэропорт. People, on the other hand, they're not my favorite. Но люди не из тех, что я. Usually I'm in and out as quick as I can manage. Not exactly an option this time, though. Мы не надолго. Just a pit stop, okay? We're gone as soon as there's a window. Нам нужно спасать семью, друзья, спасать родных, любимых. Hey, Javi. Эй, Хави. What's up? Что там? Понятно, что там. У Хави просто мои родные. Он просто в шоке, потому что он должен бежать, спасать свою семью, а мы застряли теперь здесь. Hopefully. Let's go this way. Иди сюда. I gotta see a guy about some bullets. Мне надо с одним человеком пообщаться, поговорить. Боже, я не бывал в таких местах с тех пор, как, ну, сами знаете, когда случился зомби-апокалипсис. Слушай-ка, у меня тут такие дела. Стой, а что мне делать? Почему бы тебе не подружиться с кем-нибудь? Ну чё, пойдёмте поговорим. А хотя давай просто осмотрим сначала.
дробовик. Wonder if it's loaded. Интересно, он заряжен? Давайте говорить. Excuse me. Ah, oh, you again. Опять ты. You got some moves. Ты вроде как ловчак. Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? Мы с тобой знакомы? I don't know. Maybe. Нет, не знаю. Garcia. Javier Garcia. For what it's worth, I think you got screwed on the gambling thing. A lifetime ban. Shit. Should have had a 20-year career. The way I see it, nothing wrong with betting on yourself to win. And that got a lifetime ban? Honestly, I don't even think about it anymore. Past is the past. Fair enough. Хочу думать о том. Anyway, I'm Conrad. This is Francis. He runs the place. Конрад. I just take his money. Yeah, well, maybe I'm just letting you win. Actually, if you're the gambling type, game's poker, five card stud. Игра называется покер. What do you think? Я понимаю. Should I call? Should I phone? Как думаешь? Don't get too intimidated. Лучше спасовать, вывести его на чистую воду, не играя в карты. Лучше спасовать. Ну нафиг, я не умею на самом деле играть в покер. Пас. Мне это не нравится. Доверяю твоему стилю. С этими картами ты спасовала? Невероятно. Карты у тебя хорошие, но недостаточно хорошие. Thanks for the Ух ты, спасибо, что предупредил. That could have cost me. How's about a drink on my tab? Как насчет выпить? Bottoms up. Wow, man, this smells like turpentine. Пахнет скипидаром. That's the weak Слабоватый stuff. Напиток. Don't turn away from me. I'm Я с тобой говорю. Не отворачивайся. О, черт. Hey, what's the point in talking when I already told you a deal is a deal? And it's done. What's going on? This guy ripped me off. Этот козёл меня обманул. I traded him a crate of perfectly good batteries. Я дала ему коробку отличных батареек, а он меня. He could have gotten both of us killed. Oh yeah. And who the fuck are you, a bodyguard or something? Ну ты чё, Захе? Cuz I don't scare easy, all right? And I don't respond to threats neither. Just make it right. Просто рассчитай. Пойдём своей дорогой без обид. Well, you can't even prove ты даже those bullets не I докажешь. Oh, hey, Clem, come on. Ух ты, ух ты, ну чё, он знает, что его патроны пустые. Послушай его. I could have died because of his bullets. Я могла умереть. Look out! Так, сейчас будет драка. Listen. Послушай, давай все успокоимся. You were acting crazy, I was too. Вы погорячились, я тоже погорячился. Мы просто все немного вышли из себя. Господи, успокой ее наконец-то. This ain't no way to do business. All right, stop. Seriously, this isn't так, getting you прекрати, anything. Серьезно. We had a deal. All right, hey, okay. У нас был уговор, значит. Мне не нужны батарейки, мне нужны пули, чтобы меня не убили. Черт, черт. Короче, Клементина не смогла сопротивлять свой гнев, свой пыл и просто взяла выстрелил и убила. Ну, кстати, он получил по заслугам, потому что нехера, нехера продавать левые. Левые, как его, батарейки, какие батарейки, блин, левые пули, действительно, она могла бы умереть, если бы не эти патроны. Так, что происходит? Все так, как она сказала, мы будем подыгрывать, помогать, что там. Вы прикрыли Клементину. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with you. Okay, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. Got some nerve coming in and fucking up my bar. А эпизод, я вам скажу, такой длинненький первый.
Идет эпизод, идет себе, идет. I'd have punched your fucking lights out, both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Я пришлю кого-нибудь посмотреть твой порез. Hey, да у него порез там вообще. Эй, спасибо, что прикрыл меня в ангаре. Cool. Вы же команда. I wasn't sure there for a minute. Конечно, мы же команда. Anytime. Well, I mean, you and I are a team now. Thanks. Клементина это запомнит. Вот что значит запомнит, запомнила? Просто не думай, что теперь мы подружимся. Эй? О, какая барышня, крестьянка. I'm Eleanor. I'm what passes for a doctor around here. Eleanor. Trip sort of overdoes it sometimes. Однако Трип. I hate that I'm treating you in a cage, like you're some feral animal. Javier. Javier, очень приятно. Is it now? Вот так. Let's see about that wound. А теперь покажи мне свою руку. Руку или рану? Рану. Yeah, he got you good. Да, хорошо он тебе. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks equal bad behavior or something. Рыбак рыбака видит издалека, со мной не будет никаких проблем. All right. О боже, я не успела выбрать правильный ответ. Ну, вообще не выбрала никакой. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking, what did happen? Можно спросить, что на самом деле произошло? That they were arguing and that she went crazy over nothing. Ситуация вышла из-под контроля. Clementine was only trying to make a point, but then. You make it sound so casual. Best thing is probably for you two to leave town and get back to your group. We were attacked earlier this evening. Сегодня вечером на нас напали. There were four of us. Нас было четверо. Ох ты, sorry, блин. If there's... Сочувствую. Если я могу чем-то помочь. Not that I have much to offer you, выпусти нас отсюда. Do you really want to help me? Let us out of this cage. Eleanor? Eleanor? You done yet? Just about. Все, наконец, почти. All right. Here's what we're going to do. Вот как мы поступим. I'm dropping you that junkyard myself. Так что завтра get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms and on my timeline. You got me? Мне нужно уходить прямо сейчас. Javier, то есть мы просим уйти сейчас, потому что нам нужно спасать свою семью. It doesn't seem right to wait. Javi's people, they can need a man. По-моему, ждать не стоит, Трип. No, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Того рисковать я не буду, но это не тебе лишать. Но они, кстати, парочка, по-любому. Слушай, может, есть другой способ. Есть задние ворота. Much, but... well, ими редко пользуются. Ну, в общем, hurt, можно уйти ночью. Звучит интересно, похоже на проблему. Help, звучит интересно. What? Seriously? Ух ты, серьезно? You ты это сделаешь just, ради меня? Просто right это правильный поступок. В любом случае, подумаю. Patients, мне надо проверить пару пациентов. You know, знаешь, я от нее yeah. этого не ожидала. She's... Да она. She's это что-то. Is, Чу, Хавер, weird, ты теперь на нее засматриваешься? Уйти утром с Трипом, уходить вечером с Элеонор. Мы уходим с Элеонор, потому что нам нужно спасать семью. Right. Я уже устала говорить о том, что мы спасаем семью, you know, то, что мы уходим, мы рвемся, мы переживаем. And to think that when we first met, you nearly blew my head off. Yeah, guess I made the right call. В общем, Хави и Клементина like подружились. Maybe we should get a few winks. Good idea. И Хави предлагает вздремнуть. I'll get the lamp. Я погашу свет. Ну, спокойной ночи, друзья.
Ей что-то снится? Эй, Джей. Ты его спугнул. Мы охотимся. Так сиди тихо и перестань пугать еду. We're out of food, AJ. We're gonna starve. I'm starving. We gotta... Я хочу есть, нам нужно есть. То есть это ее братик или кто это? Маленький пухленький пацанчик. Так, давайте открыть. AJ, stay here while I find us dinner, okay? Пока я ищу нам обед. Пацан ревет, плачет. Будь смелым. Эджей, мы его подбадриваем, чтобы он не был как соской. То есть не соской, как не был. Был мужиком, в общем. Но ведет он себя не как мужик. Ну, а мы на охоту. Зайчишка. О, ну они тоже семья. Так, ходячие. Эй-Джей. Сразу трое. Get away from him! Так, стреляем сначала первого. Потом во второго. Ребенок плачет просто. Ой-ой, твою мать, господи, боже, черт. Так, что там? Камень. О боже, черт. Так, открываем. Ё-моё, блин. Чёрт, это ей снилось или это она вспоминала? Как бы непонятно. Ну, сейчас у Клементины я смотрю совсем по-другому. То есть пальчики работают, и это шикарно. Точнее, что ж значит шикарно? Мы просто не обращали внимания на это. Солнце взошло, Трип. А, нет, она осталась без пальцев все-таки. What do you think he'll do to you? Oh, nothing. He'll yell at me a little. Trip and I, we sort of used to be a thing. It was for like 5 minutes, and it fizzled out fast. But he never really got over it. Он славный парень. Trip's all right. Sure, he seems like he's got a good heart anyway. В любом случае, сердце у него доброе. It just didn't work out. Это запомнит. Guys, господи, звучит в прошедшем времени, запомнит, как будто реально yeah, всех сейчас oh, порешают. Так, мы прибыли к тому самому месту, где оставили свою семью. Guns out, yeah. If you insist. Так, буквально секундочку отложим. Jeez. Must have been hundreds of them. Спасибо. Kate's good in a crisis. She'd know how to get хорошо jumping. Справляется с кризисом. Так, мертвяки. Так, давайте что, возьмем сначала эту херню. Тесак. И что теперь, вскроем, убить. Как мы ловко сделали это. И что дальше теперь? Осмотримся. God damn it. Так, и теперь что, нужно идти? А что я еще могу сделать? Подождите, я что-то не допираю. А! Mariana's tape player. Плеер Мари. Mariana? Mariana, are you here? Javi. Oh my god. Боже мой.
Ты жива? Не могу поверить. I just listened to what you said. Lock yourself in and don't come out, not even once it's quiet. It kept running through my head like on a loop. I don't even know how long I was in there. I'm so sorry I left you behind. I've been trying to get back here this whole time. You don't have to be sorry. You said you'd come back, and you did. Kate and your brother, where are they? We got pulled apart when that huge bunch of Muertos showed up. Kate yelled that they were going to try to make it back to the van. And that's where we're headed. Let's go get your brother back, sweetie. Так, мы приближаемся. Дальше? О, нет. Тут, походу, было стадо. No. No sign of them. They must have seen it like this, then gone someplace else to hide. Не видно. Кейт. Кейт. Ну все, вот они. Спокойны, живы, здоровы. Все, отлично. Марианна назад. Wait! Nobody shoots. Stop. He's right. We fired the truck. We might hit никому them. Никому не стрелять. Ну все, зомбаки так. Хоп, и ворот. Какой ворот? Это просто прямой удар. Как мы... Вот это по-нашему. Так, выстрелить быстрее. Ну все. Вся семья в сборе. Hey, hey, it's okay. Эй, все в порядке. Я с тобой. You happy to see me? Давайте поцелуем Кейт. Кейт это запомнит. Gross. Come on. I think we get a pass. I wanted to come after you. I swear I did. You don't have to snot all over my shirt about it. I thought we were dead. Like, never gonna see you again, dead. Все уже кончилось. I know it must have been awful, but it's all over now. Все было ужасно, но теперь все кончено. Yeah, I know, but... Ну да, я знаю, но... Но... I was just so scared. Вот он вечно какой-то мямля, какой-то, не знаю, прям вот... Вечно, как, извините за выражение, унылое говно. Must have scraped it in the truck. Didn't even notice. Hey, at least it's not a bite. По крайней мере, это не укус, действительно. Если был бы укус, это было бы хуже. Кстати, у меня такое ощущение, что она расстроилась, как будто. Элеонор, когда он поцеловал Кейт. Видишь? Уже стало лучше. We should be getting back. Надо скорее возвращаться. Не хочу зря терять времени. She have a name you want to share with us? Она спасла мне жизнь. Кейт спрашивает, кто это? Pulled this crazy stunt. Let me get the upper hand on the asshole who took me away from you guys. Her name's Clementine. Hi. Её зовут Клементина. Glad I was able to help. Привет. Я рада, что смогла помочь. Really? There's a town nearby. Рады. It's safe. I like the sound of that. Рады все. Звучит привлекательно что-то. В общем, мы куда-то проходим дальше. Хави, do they have hot water? А там есть even горячая вода? Warm water would be okay. Не сомневайся. Ее интересует, есть ли там горячая вода. Ну, в принципе, логично. Я бы тоже бы думала о купании, если бы, например, месяцами не мылась, не купалась. То легкий душик мне бы помог. Alive and healthy. Sort of incredible. Мне повезло. I'm a lucky guy. The luckiest. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. Клементина помнит о уговоре. Your van, but still, I need some way out of here. I was hoping you might stay. Я надеюсь, что ты останешься со мной. Considering. Considering what? Учитывая, что ты уже зашла со мной так далеко. Это ради фургона. Все ради фургона. Так, наушники. А у нас же плеер остался, да? Thanks. Спасибо. Твою мать! Мари!
Это просто жесть. Гребаные горы. Думаете, что будто ничего не случилось? Да психи вы, реально, это как это спасители, вот именно входящих мертвецов. Хави! Ну отлично, черт. Сейчас, короче, всех просто порешают. Стоп, Хави. Хави, стоп! Дурачок, ну нахера так делать? Хотите больше смерти? Иди к семье. Ну, пойдем к семье. Если уж рисковать, то рискуем сразу. Так. Беги! Боже. Она просто... Я знаю, Хави. Она предлагает... Я не оставлю Мариану. That's not gonna bring her back, Javi. Now get out. Этим ты ее не вернешь. We can't wait anymore. We stay here and we finish this. Are you crazy? We have to go now. We already killed one of you. If we don't stop them, they're gonna come after your family again. Клементина предлагает остаться и сражаться дальше. Что? Нет, Хави, ты должен идти с нами. Хави, please. Хави, пожалуйста, идти с семьей, остаться и сражаться. Мы остаемся, сражаемся, мы, короче, всех сейчас порешаем. I need your help, Gabe. Just keep firing until they're out of sight, okay? I'm ready. Я готов. Ну все, короче, начинаем тут заваруху. Один ушел. Шашка и... Хави, нет! Берем и кидаем. На, трехочковый. На-ка и выкуси-ка. Ясно? Неразрывные узы. Часть первая. Это был первый эпизод. И все, первый эпизод закончился. И прикольно. И знаете, сколько мы проходили первый эпизод? Целый час и 14, точнее 15 минут. И тут говорится о том, что... Мы остались ночью на свалке, и с нами также согласилось 52%. Дальше. Вы отпустили Руфуса или убили его? Мы отпустили Руфуса, и с нами также согласилось 52 человека, то есть 52%. Каковы были последствия стрельбы? Тут, в общем, короче, просто 94% так же сделали, как и мы. Кто привел вас на свалку? Нас привела на свалку Элеонор. Но, кстати, чаще всего, посмотрите, чаще всего происходит так, что приводит на свалку не Элеонор. Хорошо, то есть стрельб с утра многие вот так вот решают. Вы сбежали с семьей или остались с Клементиной? И 92%, точнее 93% игроков остались с Клементиной. Это хорошо и это радует. Ну что, давайте вернемся. Так. А что теперь, как теперь выйти-то? Давайте. Так. Нет, я не хочу делиться. Обновить. А, тоже нет. В общем, друзья, ладно, давайте здесь закончим. И это был первый эпизод. Сразу хочу вас предупредить о том, что не надо мне будет писать то, что «А я бы сделал бы так, а я бы сделал бы так». Я делал так, как я считаю нужным. И не надо осуждать. Купить игру.
играйте сами и выбирайте все то же самое, что хотите. Это я сразу заранее предупреждаю о том, чтобы никого не бомбило, никто мне советов не давал. Я играю только в свое удовольствие. Ну а с вами была Коликсом, я вас всех люблю. Пока-пока!